Белая жировая, очень низкий энергетический обмен, да, преимущественно анаэробный, Ткань потребляет мало кислорода, энергия АТФ тратится на транспорт жирных кислот через клеточные мембраны с участием карнитина. Важно, запомнили, карнитин. Белковый, низкий белковый обмен, невысокий углеводный обмен. А вот что касается липидного обмена, то на втором месте после печени. Происходит реакция липолиза, липогенеза, процесс стимулируется у нас с вами инсулином.